Большая делегация Ярославской области посетила Республику Беларусь. Цель визита – обсудить направление дальнейшего развития сотрудничества. У нас давно налажены контакты в машиностроении, нефтехимии и АПК. Теперь к ним планируют добавить фарминдустрию, дорожное хозяйство, транспорт, производство технических тканей и лакокрасочных материалов. В ходе визита для ярославцев провели экскурсии по нескольким крупнейшим белорусским предприятиям.